Okay, so I have imported all those scans. These are the initial scans. Кажется, первая часть была на русском. Хорошо. Итак. Видно, что нижний резак пляшет. Ну, в этом нет никакой необходимости. Мы вполне можем его установить на правая кнопка. Нет, не правая. Левая кнопка мы потянем так. Немножко ставим запас. Правая кнопка Copy Current Position to All Selected. Отлично. И получаем, что нижний резак у нас всегда на одном и том же месте. Отлично. А тут Деванагари и не входит. Нет, это не отлично. Правая кнопка. All selected. All selected. Слишком много отрезать не надо. Я, если что, сам отрежу. А, вот. Ничего меньше пусть режет. Что вообще пусть тут не режет. Вот взяли и отрезали. И кому мешала циферка?
это постобработка. Я ее не делал, я делал ее в Photoshop. Здесь вроде все нормально, при этом в нарезанном файле E1.1 цифра не вошла. Но ее можно восстановить. Ее нужно восстановить. Размер файлов второй партии получился подозрительно маленьким. Всего 50 килобайт. Если второй том 250, 500, то в первом что такое 20 килобайт. Однако получается, что у нас есть один шаблон для первого тома и другой шаблон для второго тома. То есть нужно скачать первый шаблон и второй шаблон, просмотреть
первое из трех видео, второе, третье сейчас я залью. Предыстория — это как все началось. Читаем. На сегодня все. Спасибо за внимание.